Мира 92 вот так днем и ночью прикованный к лоджии, он лает, взывая к вниманию прохожих. Псу несколько лет. С самого рождения он живет здесь, в четырех небольших стенах. Здесь же ест и справляет нужду. Все стекает этажом ниже, к Екатерине Вырович в квартиру. Вечером после работы мы встречаемся с многострадальными соседями. С самого рождения живет на балконе, это постоянно, это собака вообще не выгуливается, потому что это, ну, запах у меня на балконе, это нереально. У меня ребенок, вот маленький какому-то балкон открывается, я поверить не могу комнату совершенно, потому что этот запах идет все в комнату. И постоянно ночью мы слышим лай собаки, вот в частности дочь, да, она постоянно лает собака, мама лает, собака лает, а спать охота, и все равно это все мешает. И поэтому мы очень возмущены, и очень это все плачевно. Жильцы дома уверяют, семья, которая завела пса, относится к неблагополучной. Много пьют, за квартиру не платят, долги исчисляются сотнями тысяч рублей. Узнать, почему люди так относятся к своему питомцу, у нас не выходит. Двери никто не открывает. И неудивительно, говорят соседи, здесь никому не рады. Оксана Коломогородцева рассказывает, над собакой издеваются постоянно, мол, злость на нем срывают. На замечание, зачем обижаете собаку, говорили то, что собака наша. Собака наша, говорит, как хотим, так и воспитываем. Собака вот прям с кровопотеками была. Мы за стенкой тоже живем, и это очень слышно, как она визжит, то есть или пинают, или что она там аж, мне кажется, по квартире летает. На встречу с жильцами мы пригласили известного в городе зоозащитника Семена Ильина. Мужчина разводит руками, ссылаясь на погрехи в законодательстве. Нет никаких актов, как правильно содержать собаку, что с ней можно делать, а что нет. Каких-либо оснований изъять эту собаку у нас нет. По идее, ни участковый, никто не может вот так вот прийти, и решением без суда изъять собаку невозможно. То есть, ну а для суда нужны какие-то веские основания, и вообще нужен сам по себе процесс. То есть должны быть истцы, которые обратятся, ну вот, допустим, по бытовым, по нарушению бытовых условий, да, допустим, по санэпидемиологическим каким-нибудь показателям, да. Семен Ильин предлагает написать коллективное заявление в прокуратуру, а также в СЭС, потому что продукты жизнедеятельности стекают другим людям на балкон. В полиции уже заинтересовались ситуацией. В полицию города Березники поступило сообщение от граждан о том, что по улице Мира 92 на балконе круглый год живет собака. По данному факту зарегистрирован материал, участковыми уполномоченными проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение. Впереди проверки и суды, но хозяева могут отдать собаку без лишней волокиты. Для этого стоит лишь написать отказ от нее. Дальше ей найдут любящую семью или же оставят в муниципальном приюте, где наверняка ей будет лучше. Остается надеяться на благоразумие людей. Сергей Калиник, Степан Некрасов, Новости Верхнекамья.